На пол стелется пробковая подложка. Сверху паркетная доска из мореного дуба. Дерево прошло многоступенчатую обработку с использованием натуральных пигментов. Дополнительно выбелено маслом, благодаря чему достигнут эффект патинирования. На полу уже уложена паркетная доска. И, если честно, я несколько удивлена, потому что изначально по проекту мы заявляли пол более темного цвета. Да, мы отдали предпочтение вот этому более светлому тону, чтобы не делать большого контраста между цветом стен и цветом пола. Мы предпочли выбрать цвет темного песка, потому что, на наш взгляд, он очень хорошо вписывается в интерьер Прованса.